за времена такие? Собственные предвидения приходится продавать. Это все, что мы делали, все, что мы будем делать, все продастся. И вот мои главные работы. Абсолютный вход. Абсолютный выход. Работы всей моей жизни. 5 лет отдал, 5 лет своей жизни отдал. От и до. В чем концепция, да? Концепция воссоединения. 2 человека состыковываются в бесконечном пространстве, воедино воодушевляясь во временном сходстве 2 спиралей. Там, где моя душа и мое будущее соприкасаются с неразделимым миром. Именно там-то я и встретил ее. Свою первую вдохновительную власть, мечты моей и миссии. Вот они 2 неразделимые 2 души. Как души канарейки. Стой, морячок, стой! Здравствуйте. Купи картину, я тебя попрошу. Да нет, знаете, мне не нужно, я очень спешу, правда. Очень мне, надо, не поверь, надо. Поверь, не пожалеешь, морячок. Поверь, эта картина обладает таким, чего ты никогда не видел, связью, спиралью прямой. Пойдешь вниз, почувствуешь энергетику, почувствуешь эту спираль, увидишь, обомлеешь. Ну, если все так, как вы рассказываете, то, конечно, она вроде ничего. Берешь? Только подойдет. А, спасибо тебе, морячок. Спасибо. Это картина. Удачи. Здоровья тебе. Береги картину мою. Береги. Как же я без нее теперь? Грибы. Я говорю, вот, там их целая стайна. Под болотники. Чистый скипидар. Меня андатор покусал.